Ну что, дорогие друзья, мы поехали в Донецк. Впереди нас ждет 2000 километров дороги. Нас ждет львица, которую нужно химически кастрировать. И немножечко поработать в зоопарке. Закат с двух сторон. Второй день пути. М4 Дон, да? Да, Дон 4. Дон. Все красиво. Я не знаю, я не вижу, что я снимаю вообще. Высота спасет мир. Да, 400 километров. Ничего он не хочет. Ой, что-то я хотел вылезти, а расстегнуться. Смена экипажа. Первых нет, я отстаю. Смена экипажа. Эй, помолвно сверкает, красиво. Поехали быстро. Я не могу, мне надо до педали достать. Мы его на обратном пути здесь подберем. Вер, ты просилась за руль? Я просилась за руль. Рома начинает, когда я буду отдать. О! Век учись, век живи! По приборам. Город очень понравился, чистенький такой, ну классно. Здравствуйте, товарищ Лев. Понятно. Чтобы закрыться от домика, чтобы он нас не трогал. Ну что, вот наша первая пациентка. Это львица, ей 4 года. Было принято решение ее химически кастрировать. Ей будет установлен чип суперларин, после которого она придет в кратковременную охоту в связи с повышенной выработкой эстрогенов. И в этот период она может убить своего котенка. Котенку уже третья неделя, и он достаточно безболезненно может уже небольшой срок докормиться молоком и перейти на твердый корм. У владельцев не было возможности нас принять раньше. У нас в нашем графике не было возможности приехать раньше. Поэтому эта процедура была проведена сейчас. Так как на улице стоит неимоверная жара, хирургически кастрировать львицу сейчас очень опасно. Поэтому мы поехали дальше. Геннадий Борисович в зоопарк Придорожный, знакомиться и смотреть фронт работ.
и по пути немножечко посмотрели прекрасный город Донецк. А бизон ни черта не купается. О! Это не настоящий. Блин, братан, можно к тебе, а? Ты же самому места маловато, иди отсюда. Тебе все выказы читают? Ему пофигу. Он башкой потрясся, все. Ага. Да, 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 вижу. Ага. Привет. Давай зайдем. Смотри, из бетона. Из бак. Ну ничего не страшно. Промолчи. Ты приятно? Гад, да и хороший, что? Тебе сказали снайпер. Я тебе сразу сказала. А плевал. Платит за это деньги. А Валера мне Тумаков заплатит. Да, Валера тебе по шее даст. И скажет, пришей лошади шею. Что Ян будет делать сейчас? Будем сейчас сидировать конюшку. Котенька, ты хочешь травку? Быстрей, быстрей. Он еще, между прочим, кусается. Ох ты! Силен. Все готово. Все? Молодец. Он должен искать. Нет, он не должен искать, он должен искать. Он немножко должен выкиснуть. Может, как развесить. Херня на шею. Ну, потому что большой. Да. Ты большой. И дурачок. Да. Должно быть сейчас приятно. Да, оно нарастет потом. Конечно, нарастет. Не, ну здесь у него, где отрежем, будет дырка. Это не нарастет. Ну это лучше, чем мертвый. Это лучше, чем мертвый. А так бы что, он не зажил? Он сгниет раз. Боже. Зимой бы зажил. Летом не зажил. Мухи. Ну, вот, посмотрите, там уже край. Он сгниет. Тут все, все обгоняющее. Плюс обрабатывали алюминием строем, который был дополнительно корочкой, на котором дополнительно находится инфекция. Мы просто ускоряли этот проект. А чем надо было брать? Да физраствором. Нужно было физраствором и сразу же зашить. То есть такую, ну, такую рану просто надо на самом деле держать в чистоте все. Ну, ее надо было подзашить, потому что, чтобы все сосудики проросли, она не должна туда-сюда ходить. Она уходит как рот туда-сюда. А как какой сосудик прорастет? Что зашить, это я согласен с тобой. А сейчас ты уже не зашить. Нет, уже все там. Уже все сделано. Морковь. Ай, хорошо, молодец. Ай, красавчик, ай, бровушки. Ты же вот так будешь лезть, да? Да. Боюсь, что я не удостоверился вот этой вот. Да тут. Да, естественно. До поперечного. Это местная анестезия, да? Ну,
Обезболивающий типа, да? Обезболивающий. Все равно все достаточно больно. Ну, я понимаю. Как человеку зубы жалеешь, тоже больно. Да. Очень чувствительный. Этот кусок, кажется, что, наверное, не самых живых, он будет болезненный. Может, еще наберу? Посмотри. Хотя, мне кажется, там достаточно неплохо. Хороший. Ну, то есть прям подержать. У нас есть, да, фото до? Да. Ну, такое не очень хорошее. Не очень хорошего качества. Кожа или нет. Но нам здесь, то есть нужно, если это была бы, например, собака, ее бы нужно было вот так бы отрезать. От вот это. Нам бы было нести. Пошли на медведя. Вот пошли. Майя, пойди сюда. Пойди, Майя, сладкая, иди сюда. Мышаня, иди. Мышаня. Ох, какой медведь! Ох, обидели этого медведя! Ох, они ироды! Все хорошо. Обидели Мишу. Обидели, Миша в новый вольер поедет, да. Миша гудит, злая Миша. Да, это я тебя обидела, да. Да, это я тебя обидела, зайка. Это я тебя обидела, да. Это я тебя обидела, да, девочка. Села, да? Нет, торчит, извините. Да вроде несут. Главное, ее в воду не уроните, мужики. Я не могу это не снимать. Я тоже. Зоопарк Придорожный находится недалеко от Донецка. Зоопарк небольшой, в него вложено очень много души. Там мы помогли лошадке и помогли перенести спасенного Геннадия Борисовича медвежонка в новый, более просторный вольер. Нас очень тепло приняли, нас очень ждали, и мы были очень рады этому знакомству. И тем более их не гоняла. Они могут с тайкой собраться. Все правильно. Товарищ Гусь, как ваши дела? Все хорошо? Молодец. Ну как красиво, блин. Смотри, как красиво. Это красиво, да. Смотри, как красота. Да. Умница собака. Ай, умница. Мне нечего тебе дать. Не шумит? Не шумит. Ой, молодец, я бабка лапу дала. Ты что, учишь лапу давать? Ты уже учишь ее лапу давать, да? Ай, хорошо, ай, молодец, дай лапу. Ай, умница, молодец. Все. Испанским шагом ходи. Смотри, двинула правую-левую. Я тебе могу сказать это. Ну что, держим Краснодар. Шипучкой. Шипучкой. Шарпёрск провожает нас дождиком. А, да, вот жара стояла, привезли немножечко санкт-петербургского дождя. Вот мне и все. Да, мы сделали все, что планировали. В том числе мы планировали привезти дождь, мы его
Да, мы планировали привезти дождь, но привезли дождь, да. Ну, финальный день нашей поездки – это конференция. Конференция все. Мастер-класс у Веры с Олей в Бальфе. Сегодня мы его заканчиваем. Мы едем домой наконец-то. Стараемся создать самый минимальный угол, 20 метров под стол зашли. Если не находите ответ, то уже, да, разгибание. Начинайте приподнимать, угол менять. Так будет эффективно. Ну, здесь главное выбрать немножко. Вот. Это все, что касается бедренного. Особенно когда ветер дует, вообще прекрасно.